Здравствуй, Люки. Я хочу сыграть с тобой в игру. Что? Мне не нужны какие-то игры. У меня есть пони. Если ты победишь, то получишь силу Бога и сможешь повелевать мирами. Значит, я могу создать свою Эквестрию с дружбой и пони? Но постой. Опасно идти одному. Возьми это. Что произошло? Всего секунду назад я была на кухне, готовила борщ. Что это? Зачем мне какая-то дня? Тян не нужны. Придет время, и ты поймешь. Послушай, Юки, твой телефон – это дневник будущего. С его помощью ты можешь узнать, что произойдет в ближайшее время. Но ты не один играешь в эту игру. Ты уже дважды побеждала, так что мы решили усложнить тебе задачу. Много людей пришли из разных миров, чтобы достичь своих целей. Уничтожь дневники своих противников, если хочешь победить. Следу, как только нашел это. Я так и знала, что это твое. Клянусь, мне подбросили. И это не важно, нам нужно спастись от зомби, иначе нам не выиграть в игре. Так вы тоже участник игры? Черт, ладно, уходите, я разберусь. Постой, но кто же ты на самом деле? Я Шепард. Я принял участие в игре, чтобы изменить день 20-х концов. Теперь иди. Вот и вы, мои новые жертвы. Стой, тебе конец. Почему ты еще жив? Присмотрись повнимательнее. Это же Nokia 3310. Раз уж вы теперь знаете, у меня нет нужды скрываться. У нас нет другого выхода. Оператор, это я жду. Я хочу заказать поддержку с воздуха. Но мне собьешь. Да не оставить тебе силы, наш спаситель. Ну уж нет, мне как раз силы зла готовы. Раньше я не понимал, зачем она мне нужна, но теперь я все понял. Я видел, как ты пожертвовал Юно и позволил пони захватить себя. Я не боюсь магии дружбы, как это делаешь ты. Я принесу мир, свободу, справедливость и безопасность в свою Эквестрию. Твою Эквестрию?
Если ты не любишь пони, ты мудак. Только понифаги все возводят в абсолют. Вижу, ты победил. Теперь ты должен выбрать. Итак, ты можешь... Нет! Теперь победа за мной. Я стану богом и получу безграничную власть. О, ты так бог. Вот черт. Ну ладно. У меня есть запасной план. Эй, Нал, ну что, прекрасно получилось, помогай.